Шувалова Павла Сергеевича виновным в совершении преступления, присмотрим пункт АК, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, в редакции федерального закона 21 июля 2004 года номер 73 ФЗ, пункт Б, части 2 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации, пункт Б, части 2 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание. По пункту АК, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, редакция федерального закона 21 июля 2004 года номер 73 ФЗ в виде лишения свободы сроком на 19 лет. По пункту Б, части 2 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 5 лет с ограничением свободы на срок 1 год. По пункту Б, части 2 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 5 лет с ограничением свободы на срок 1 год. На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить к отбытию осужденному Шувалову окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с ограничением свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. В соответствии с 53.